Лавашем в Грузии именуют пресный хлеб. Настоящий лаваш запекается в домашней круглой печи под названием тоны. Предлагаю вам приготовить вкусный грузинский лаваш, воспользовавшись моим рецептом. Перед вами простой рецепт грузинского лаваша. В первую очередь нужно замесить мягкое и эластичное тесто, затем дать тесту подняться и только потом сформировать лаваш. Грузины запекают лаваш в специальной круглой печи тоны. Я запекаю в домашней печи, схожей на тандыр. Удачи! Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. В теплой воде растворите дрожжи с солью. В полученную массу просеиваем муку. Теперь нужно замесить мягкое и эластичное тесто. Накройте тесто полотенцем и поставьте в теплое место на полчаса. Подписавшимся, больше вкусностей. Разделите тесто на три равных части. Формируем лаваш круглой или овальной формы. Затем отправляем его в грузинскую печь на 10-15 минут. Приятного аппетита! Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Ингредиенты. Мука 500 грамм, дрожжи 40 грамм, соль 1 чайная ложка, вода теплая 300 грамм, количество порций 4-6. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Удачи!